Возникла идея ресторанной недели в Нью-Йорке и затем приобрела популярность по всему миру. Инициатором этой вкусной и прекрасной во всех отношениях недели у нас стал Союз ресторанов Эстонии. Ведь в нашей столице так много самых разных ресторанов. Уютных и домашних, экзотических и оригинальных. Заведений, хранящих традиции еще со времен Средневековья и ультрасовременных с новейшими технологиями. При этом, к сожалению, многие таллинцы не только не бывали в них, но даже не знают об их существовании. Рестораторы утверждают, что посетить новые интересные места, да еще и по менее кусающимся ценам, означает получить неизведанные до сих пор гастрономические и культурные впечатления. Особенно это важно после снятия многих ограничений, от которых так устали люди. Это прекрасная возможность насладиться хорошей едой и красивыми местами. Пообедать вместе, что может быть лучше для давних друзей. Ресторанная неделя – это лучший повод провести время с семьей. Эта красивая традиция переходит от года к году. После 2 лет ковида и сложных обстоятельств, которые никого не делали счастливыми, мы подумали, что именно в этом году важно открыть платформу, где могли бы встретиться хорошие друзья, пообщаться. И вообще устроить праздник еды. Так что, как говорится, приятного аппетита! Для рестораторов участие в этой акции – почет и удовольствие, и, конечно, хорошая реклама. Хотя этот проект существует уже более 12 лет, многие рестораторы считают, что в последнее время ресторанная неделя не могла не стать иной, может быть, более скромной, но не менее вкусной, так что есть смысл зарегистрироваться на нее в интернете. Но все надеются, что возвращение к прежнему размаху уже недалеко, уже и прежние часы работы общепита возвращаются, и маски, возможно, не станут обязательными, и ковид-паспорта вполне возможны. Можно со вторника предъявлять не придется. Мы с нетерпением ждем возврата к обычному формату, когда перед началом ресторанной недели все шеф-повара, представители всех ресторанов собирались в ратуше и провозглашалась торжественная речь о начале ресторанной недели, и все представляли свои закуски, все делились впечатлениями и ожидали этого праздника. К сожалению, ковид нам немножечко эту программу отредактировал, но мы очень-очень ждем возвращения к прежнему формату и думаю, что это скоро случится. Ну а сейчас, благодаря ресторанной неделе, можно побывать и в Одессе, и отведать настоящий форшмак, и даже тюлечку, попробовать огненную азиатскую еду или познакомиться с настоящей средневековой кухней. По мнению специалистов, уровень таллинских ресторанов вполне сравним с хорошими европейскими ресторанами. У нас же продолжают поддерживать Таллин ресторанную неделю, ведь она была этакой приманкой для гурманов со всей Европы. Надеемся, что такой она и останется. Лена Туровская, Март Эйнло, новости Таллина.